Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. У нас с тобой 13-й день, и что это такое вообще, а? Як-ног. И для чего это нам нужно, я пока не понимаю. Что-то новенькое. Так, получайте подарки. Что за подарки, в конце концов, а? Так, что нам принес Беззубик? 7000 бревен, а что так мало-то? 7000 всего лишь-то. Че ты мне расстраиваешь? Так, а эти у меня опять стоят, да? Без дела. Так, бревна. Бегом за рыбой. Ты бегом за бревнами. Так, ты рыбу принес, молодец. Продолжай поиски. Так, что у нас тут? Слушай, мне кажется, я думаю, что не то в картинке. Елки-палки, ребята, у нас снег. У нас снег выпал, ё-моё. Да, все заснежено, ё-просоте. Ёлочки в снежку, все как полагается. Зашибись, значит, у нас началась зима. Так, ну а мы с тобой возьмем, да откроем бесплатный пак. Да посмотрим, что нам выпадет из него. Монетки Один, это все понятно. А вот здесь громобой, костолом, крылатый ужас. Ну и ресурсы. Предположим. Так, давай-ка мы с тобой еще, наверное, быстренько откроем пак, но уже за видосик. Монетки Одина и ресурсы, да, друзья мои. Чисто ресурсики мы с тобой здесь получаем. Так, обмен. Янтарь. Сразу же ставим на обмен следующий. Продолжаем получать награды. Так, 25 янтаря и еще 75 янтаря. Предположим. Так, что это такое у нас? Загружаются необходимые данные. Ну, то есть это, видать, ребята, у нас была обнова, да? Дай-ка я открою пак. Костолом, шепот смерти, громобой защитник. Сразу ставим на открытие следующий пак. А интересно, у нас какие-нибудь тут события есть? Ух ты! Слушай, что-то есть, но это ранний доступ. Блин, не для меня. Вот если бы я был бы наездником драконьим, да, то мне бы уже открылся бы этот доступ, и мы с тобой могли бы спокойненько здесь проходить. Но не для меня. Ладно, потерпим, перебьемся. Все равно ничего поделать не смогу с этим делом. Так, давай тогда мы, наверное, нашего беззубика подожди-ка, может быть, нам его лучше на прокачку отправить, а? Давай-ка, пускай. Блин, 7 уровня, да-да-да-да-да-да, я забыл совсем. А для того, чтобы прокачать до 7 уровня, нам нужно с тобой... Ну, понятно. В общем, одно без другого никак, да? Зал совета. Ладно, так, какого уровня? 35-го? Слушай, подожди-ка, вернись, родной мой. А нам не хватает совсем чуть-чуть. Так, пускай идет, ищет рыбу. Нам не хватает немножечко с тобой рыбешки, чтобы ему сделать 36 уровень. Вот что я хотел тебе сказать. Что у нас тут? Древесина, которая забита просто-напросто. Ну что, получается, тогда нам с тобой надо идти на арену. Хотя я могу и здесь покачать немножко, да? Так, предположим. Пускай тоже, пока есть, ребята, возможность, пускай идут качаются. Угу, здесь у нас тоже с тобой задание. Мы добрались до насеста ночных жутей. Лезвие и крылы не отставали. Как только ночные жути нас заметили, драконы-малютки сгруппировались, изобразив огромного дракона, и испугнули лезвие и крылов. Но это еще не конец. Погоня. Бесплатная погоня. Ага. Пристоголов получает у меня уровень. Так, дальше не могу. Тогда мы его отправим в приключение. Пускай летит. А здесь... Подожди секунду. Сморкалу будут чествовать как героя. О, как. Ну-ка. Это еще лучше, чем последняя находка Икинга. Сморкала усмехается. Они уже собирались взлететь, как Сморкала замечает, как по утесу поднимаются вооруженные охотники на драконов. Их корабль стоит на якоре в паре километров отсюда.
Так, поговорить с ними. Пускай потрещит. Так, Громгильда, можно тебя прокачать? Да елки ты палки. Никак нельзя, да? Пора острокрылым змеевикам подыскать другое местечко. Действительно, пускай ищут другое место. Далеко им уходить не обязательно, лишь бы шум стих. Но сдвинуть с места дракона непросто, и Астрид не хочет делать это насильно. Ей нужно что-нибудь придумать, чтобы они сами захотели уйти. Игровая площадка, конечно же. Пускай идут, играют, ну и заодно нас покидают. Так, что мы с тобой можем? Давай, наверное, вот этого отправим за рыбой. Так, ты у нас за древесиной отправляйся. А без зубика нам придется с тобой отправить в путешествие. И пускай он попробует найти нам скользкокрыло. Вот я хочу, ребят, чтобы он его нашел, и все. А вдруг нам повезет? Ну вот вдруг. Представляешь, да будет он мне редкое яйцо. Один шанс на миллион, если честно. Чтобы вот так вот нам фартануло. Ну что, вроде бы я всех отправил. Единственное, что можно зайти в ангар и посмотреть. Так. Ага, не хватает, да? В общем, мы с тобой будем прокачивать, наверное, шепот смерти. Потому что он самый ближний к 36 уровню. Ну да, остальные все, как ты видишь, очень-очень слабенькие. А этих-то у меня вообще двое, одного надо отпустить. Вот что я тебе хочу сказать. Да, отпускаем его на свободу. Так, смотрим еще, что у нас тут происходит. Смотри-ка, это у нас Громорог ведь, так? А это кто? А, это Громорог-защитник. Они все-таки разные ребята. Хотя по ресурсам одинаковые. И единственное, что это хитрость, да? А этот у нас защитник. Ну ладно, пока здесь все. Ребят, ну что, пойдемте с вами на арену. Пора, по-моему, подраться. Сейчас только руны заберем с тобой. За беззубика. Так... И пора бы нам с тобой сходить на ареночку. Так, пойдем с тобой за первым паком. Как ты помнишь, у меня команда зеленых. Надеюсь, она меня не подведет, как и раньше. Ну-ка. Так, фиолетовый — это хорошо. Фиолетового мы будем с тобой в первую очередь бомбить. Да куда ж ты? Куда ж ты так делаешь-то, а? Успокойся. Поджарим. Отлично. Так, я думаю, что этот чудовище у нас не жилец. Скорее всего, да? Так, тихо, что он сейчас будет? Огнем, да, наверное? А нет, просто укус. Просто укусик. Ну что, теперь змеевика будем бомбить. Так, подожди-ка, тут лучше, наверное, хильнуться. Смотри, что творит, а? На тебе. Еще пару ударов. Так, змеевик. Блин, это плохо. Ускоряет команду, а мы его сейчас... Да что ж ты будешь делать? Тогда хильнемся. Ну-ка. Так, последний удар, кто у меня? Сейчас опять змеевик. Да что? Не, ну в принципе, ребята, это хорошо, что он ускоряет свою команду, он не бьет. Ну а мы сейчас будем бомбить. Ну что, парень, пора. Пора за тебя браться. Очень конкретно. Так, давай-ка мы, наверное, усилим нашу команду. Ну что ты там задумался, парнишка? Все, жарим. И пару ударов. Раз. Ах ты, лаварык. Защиту поставил, смотри, что творит. Но это ему не помогло. И, как ты понимаешь, три дракона мы с тобой забомбили. И еще остается 7. Так, а какой мне пак дадут? Обычный. Ну, продолжаем. Нам, как говорится, останавливаться на достигнутом нельзя. Так, красный, блин, это кревет. Друзья, будет против нас кревет. Нам нужно... Ну, ты сам прекрасно знаешь, что нам нужно. В первую очередь его забомбить. Хотя здесь Громорог. Отпрыск. Блин.
Я рискую. Я рискую, ребята, попасть. Ну, не попасть, а это забомбить креветок. Я знаю, что здесь слишком крутые драконы, но я обязан его завалить. Иначе, если он сделает ульту, хотя тут любой сделает ульту, ребята, будет финиш. О, ё-моё, одни промахи. Так, а этот сейчас просто укусит. Ладно. Ребят, все пока терпимо. Если мы сейчас с тобой ударим по кревету, то он рассыпется. А мы как раз и ударяем. Но это опять же, ребята, из-под тишка все. Добиваем. Отлично. Так, дальше. Ага. Слушай, мы можем либо поджарить, либо хильнуться. Я предпочитаю. Нет, я знаю, что сделал, наверное. Да, просто вот так вот. Что ты будешь делать? Кого бомбить? Ай-яй-яй-яй-яй, бедный-бедный. Я думал, ребята, что сардельку мы все-таки спасем. Но видишь, не получилось. Печалька. Так, ладно, добиваем с тобой шепот смерти. Да и этого, наверное, поджигаем. Все. Еще трех дракончиков мы с тобой забомбили. Надо еще четверых. Ух ты, ну хотя бы пак редкий выпал. Так, друзья мои, команду я, наверное, менять не буду пока. Я знаю, что у меня все ячейки забиты, не надо мне об этом напоминать. Я хочу посмотреть. Так, зелень, синий и красный. Блин, жалко, фиолетовых не дали против меня. Так было бы нам... Ого! 10-й, 12-й уровень. Блин, вот это, ребята, вот этого нужно разбирать. Я знаю его атаку огненными фаерболами. Я не хочу, честно говоря. И, по-моему, он делает на трех, да? Или я путаю? Или я путаю? Одно из двух. Либо это он. Так, давай делай суперудар. Отлично, ускоряй, да, команду свою? Ё-моё. Так, слушай, нам, наверное, лучше сделать вот так. Усилить свою команду. Чтобы на... Блин, я боюсь, сейчас древоруба, ребята, завалят. Ух, ё-просоте. Значит, вот этот все-таки, да, делает такую атаку массовую. Раз, два. Так, ну что, мы с тобой будем их в сон, наверное, вгонять всех. Это единственный вариант, который я... Ты посмотри, а. Ходят и ходят. Да что ты будешь делать-то, а? Зашибись. Вот и поиграли. С какого перепуга они ходят друг за другом, а? Вот и объясни мне. Нет, ну... Ветрокрыл вряд ли, ребята, что-то он здесь сделает. Он не справится один. Этого уже, ребята, лишили сна. Как ты видишь, он уже все, не спит. Сейчас будет своими огненными фаерболами. Ну, конечно же, конечно же. Давай вот так вот сделаем. Так, слушай, ну может быть каким-то чудом, хотя вряд ли. Этот сейчас будет своими фаерболами бомбить, бомбить и бомбить. Отнимает, правда, не так много здоровья. Я сейчас попробую еще разок его усыпить. Да ты запарил уже, а? Эх, не знаю, как нам с тобой тут лучше сделать. Предположим, я ударю. Что он сейчас делает? Ну все, по-моему, мы... Фу, я уже думал, сейчас опять сделает ход. Все, ребята, выиграли мы здесь. И это хорошо, это отлично. И нам еще одного дракона нужно подбить. После этого получаем пак. Без промедления двигаемся сразу же на следующий бой. Смотрим, кого нам тут дадут. Красный, фиол. Так, это тройной удар, да? Фиолетовый, по-моему. Сейчас мы будем... Но нам лучше с громобоя начинать. Защитника. Скорее всего. Тяжело, конечно, его будет сейчас разобрать. Но я попытаюсь. Я... Так, давай только без ускорения, без всякой там ерунды. Смотри, что творит, а. Я думаю, этого не надо пока делать.
Мы дождемся с тобой, наверное, хода на усыпление. Если выживет у меня, конечно. Выживет, отлично. Теперь вгоняем их в сон всех. В плане, блин. Ну вот, ребят, ну вот как вот можно так играть, а? Вообще ни одного в сон не вогнали, ты прикинь. На кого-то не сработало, а кто-то просто уклонился тупо. Ну как это может быть? Я не знаю. Я считаю, что это несправедливо. Сейчас меня тут разбомбят, блин. Так, ну что, сарделька, у нас только один с тобой вариант. Ой-ой-ой, что он вытворяет, а? Он еще и заблокировал меня. Лучше не придумаешь, блин. Я-то хотел на отражение поставить. Сейчас этот укусит, и все, и нам крышка. Нет, невозможно, ребята, играть. Они друг за другом ходят. Вообще мне не дают просто шанса на ход. Блин, меня это прямо аж взбесило, я не могу. Там оставалось всего лишь одного дракона подбить, и мы бы получили с тобой пак. Ну вот опять. Костолома дали красного и... этого... кревета. Пипец просто, а. Ну что вот мне делать, а? Вот как мне с ними тут воевать? Ты посмотри, сколько он за один укус отнимает, а? Четверть хп, сразу же. Половина уже нет здоровья. И сколько мне нужно бомбить по ним, ну ты прикинь. Я в шоке. Я, друзья мои, просто в шоке. Ну сейчас, естественно, уничтожат сардельку. Мы еще и промахиваемся, понятно все, короче. Мне бы главное хотя бы одного дракона подбить. Все, сарделька вылетела из игры. Блин, давай пробовать. Я сейчас не удивлюсь, если опять никто не спать не будет. Да надо же, блин, сработало. В коем-то веке. Ладно, мы одного с собой завалим. Это самое главное, что нам нужно сделать. Уничтожить одного из драконов, чтобы получить колоду. Ну и что тут? Вот, что? Ну давай костолома попробуем. Сейчас добьет древоруба. И он добил. Опять попробуем их усыпить. Окей. На тебе. Он будет просто кусать, понятное дело. Этот проснулся. Он с какого перепуга, ребята, этот проснулся, блин, а? Я даже сходить не успел, он уже взял. И все, уже сон с него сошел. Ну все, тут хана, ребят. Во-первых, мало того, что мы с тобой по стихиям, да, не совпадаем, так еще, извини меня, уровень какой у них и у меня. Ладно, с горем пополам мы с тобой пак все-таки первый выбили. Древоруб, это хорошо. Кревет, вострозуб, беззубик. Идем за вторым. Сейчас если опять будет... ну ладно, тут еще терпимо. Ну опять же, кревет. Слушай, я знаешь, что думаю? Может быть, плевать нам на этих красных. Давай мочить того, кого можем забомбить в первую очередь. Причем довольно быстро. Быстро мы с тобой валим фиолетовых. Так? Так. Сейчас попробуем с тобой весь акцент отправить против фиола. Так, давай-ка мы вот так наразделим с тобой. Начинается. Ну ты посмотри, он... они друг за другом ходят. Я в шоке. Мне просто не дают возможности сделать ход. Понимаешь? Одного убрали, отлично. Так, по-моему, мы потеряем с тобой сейчас дракона. Ага, не так он сделал. Так, давай-ка мы, наверное, начнем. Вон с того паренька. Загоняем их в сон. Только не промахнись, пожалуйста, а? Шикарно. Так, давай-ка попробуем сейчас разобрать. Тихо. Не надо буянить. Мы можем, в принципе, поджог сделать. Поджог сделать. Нет, я, наверное, все-таки вот так вот лучше. Еще раз загоняю. Почему так мало? А-а-а, у меня пониженная атака. Смотри, где он находится, да?
Так, через отражение, нет, не будем. Давай так вот. Сейчас, ребята, суперудар, наверное, нам прилетит. Электрический, ну да. Я в шоке, что он творит. Я в шоке, ребята, просто. Ну что, давай добивать его. Я офигею, только сардылечка у меня выжила, бедолашка моя. Поехали. 7 дракончиков нужно еще победить. Так, красный, это у нас костолом. Но почему-то вот костолом меня не так пугает, как тот же самый кревет. Но будем мы с тобой брать тройного удара на разоблачение. Поехали. Его нужно как быстрее можно выбить, чтобы он тут не начал свои токсины распускать. Так, это тоже сарделька, что ли, я так понимаю, да? Вот так сделаем. Так, тройной удар ходит, потом костолом, потом ходим мы. Смотри, что делает, а? Добиваем. Тройной удар минус. Но они мне, конечно же, древорубы будут выносить. Я даже нисколечко не сомневался в этом. Упс. Это плохо, друзья мои. Понизил мне броню, да? И плюс немота. Но немота уже упала. Так, тихо, сейчас будет кого-то кусать. Нет, не кусать. Так, давай в сон их вгонять. Прекрасный выбор. Раз, два. Слушай, жалко, что ветрокрыл не сможет его забомбить. О-о-о. Как все запущено, друзья. Очнулся, да, голубчик? Так, ну что, мы с тобой ставим, естественно, отражение. И начинаем, ребята, отбиваться. Что это он там? Атаку на себя усиленную поставил? Откуда она у него, а? Вот это хорошо. Так, давай еще разок. Он 11 уровня. Блин, у меня отражение кончилось. И появилось вновь. Ну атакуй. Нет, ребят, он берет и бафается, а? Ну, бей. Спасибо. Фу, с горем пополам. Ладно. Вот этим мне и нравится сарделька, что она может отражать урон. Нам с тобой еще 4 драконов нужно победить. Слушай, а почему я не могу понять, не открою себе кревета? Почему он мне недоступен? Как бы в колоде он у меня есть. Так, наверное, начнем опять с тобой с этого тройного удара. Так, бомби. Сейчас ё-моё. Все драконы ходят врага, потом только мы. Офигею, как он кусает, а больно. Вы что, специально что ли это делаете? По-моему, они хотят, ребят, меня разобрать. Так, тройной удар. Ай-яй-яй. Так, сейчас громорук, потом кревет. Все, мы лишились с тобой ветрокрыла. Ну, вот тебе не кажется, что он ходит намного чаще, чем я, а? Вот почему-то мне кажется так. Может, поджог сделать? Давай поджог сделаем. Достал он уже просто в корень. Так, нам, если будет такая возможность, а у меня, наверное, не будет такой возможности, да? Фу. Давай так сделаем. Сейчас будет больно. По-моему, сейчас всех накумарит, ребят. Всех накумарит. Сейчас он сделает свой суперудар. А может быть, не сделает. Ну... Есть! Древоруб, я тебя не ожидал. Молодец, красавчик. Все-таки добил этого кревета. Ну и последний у нас с тобой поединок. Синева и зелень. Слушай, ну синева и зелень — это еще терпимо. Начнем, наверное, с пристоголового. Попробуем.
Так, хорошо идет. Пока хорошо все идет. Ага, выбрали цель, да? Древоруба взяли все-таки. Хотя, погоди-ка. Мнение разошлось. Ну-ка. Блин, фигово. Так, а почему фигово, ребят? Потому что у него атака пониженная. Вот поэтому мы сейчас сделаем с тобой вот так вот. Вот таким макаром будем их, наверное, разбирать. Если получится, конечно же. Так, дальше кто? Дальше, наверное... Блин, враги ходят, да? Отстаньте от моей сардельки. Слушай, я, наверное, все-таки буду делать сон. Мне нужно их вогнать всех в сон. Поехали. И будем по одному разбирать. Начнем со змеевика. Слушай, смотри, какой крепкий, а? Мы можем кинуться, зачем нам это надо? Что ты там придумал? Ага. Опять атаку понизил. Гаденыши такие. На, промахнулись. Усиляемся. Сейчас этот проснется, а? Опачки. Неплохо. Так, очнулся, да? Удвоение энергии. Ну-ка, что, вжарим? Нет, не будем мы с тобой сейчас бомбить. Вот так мы сделаем лучше. Раз, два. Загоняем в сон. И добивочный. И добивочный, давай. Блин. И пропустить ход не могу, самое обидное. Ну-ка. Есть. Вот как-то так. Но все равно горе хапнули мы с тобой. Так что продолжаем. Ну вот и пак. Крылатый ужас. Кревет, душитель, громобой, громобой-защитник, барс и вепрь. Ну, слушай, совсем неплохо. Забираем с тобой награду за поединки. Отлично. Что такое еженедельное? У меня здесь ничего не готово. Так, монеты. У меня всего лишь 189 монет, естественно, друзья мои, я ничего не смогу взять. Было бы 290, я, может быть, вот этот бы классический открыл бы. Блин, ну тут такие прикольные, да? Морское сияние, снежок. Прикольные драконы, наверное. Так, ну что, вроде бы на сегодня пока все, ребята. Да? Будем, наверное, закругляться. Ты что сидишь? Иди за этой. А ты за бревнами. Сидят они там, расслабляются. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.